читать стихи для labyrinth.ru. Губина Аня, 6 лет. Город Белгород. Я прочту стихотворение Сергея Богомазова «Красивые мамы». Красивые мамы, на свете вас много. В глаза вы глядите открыто и прямо. В какую бы даль ни звала нас дорога, нас всех провожают красивые мамы. Мы маме так редко приносим букеты, но каждый так часто ее огорчает. А добрая мама прощает все это, красивая мама все это прощает. Под грузом забот, не сгибаясь упрямо, она выполняет свой долг терпеливо. Красиво по-своему каждая мама любовью своей материнской красива. Нас в детстве она забавляет игрушкой, порой мы о чем-то ей шепчем счастливо. Когда-нибудь, мам, ты станешь старушкой, но будешь по-прежнему самой красивой.